Приветствую вас, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова. В этом ролике я вам хочу показать новинку из каталога Oriflame. Это новая ультрастойкая тональная основа. Почему я именно на ней хотела остановить свое внимание? Дело в том, что нас ждет скоро лето, теплая пора, пляжный сезон, и для каждой девушки очень важно всегда прекрасно выглядеть. И заявлено именно по этой тональной основе, помимо того, что в ней солнцезащитный фактор, то есть фактор, предотвращающий старение кожи, SPF 30 и 25 часов стойкости, даже в воде и при тяжелых физических нагрузках. Итак, приступаем к дегустации. Я взяла тон ванильный, выдавливаю небольшое количество себе на руку. Вот такого количества будет достаточно на все лицо. Мы используем такую вот классную кисть Giordani. Обратите внимание, у нее такой короткий ворс. И сейчас я вам покажу, как ей пользоваться. Потрясающая, просто уникальная кисть. Так, небольшое количество берем на кисточку каждый раз и переходим на лицо. Ну, вперед, поехали. Обратите внимание, как я держу кисть, то есть я ее держу перпендикулярно к коже лица, не наклоняю, а просто ровненько растаскиваю тон по всей коже. Сразу видно, что у тона такая плотная текстура. Вот такой у нас получился эффект. Что могу сказать, что тональная основа легла очень ровным слоем, тонким. Ванильный оттенок очень светлый, то есть смотрите по коже, чтобы, ну, по крайней мере, отличия от шеи нет. Благодаря этому очень красиво, но в целом лицо выглядит бледным. Поэтому его нужно будет дополнить румянами, да, и сияющей пудрой. Хотя вот в принципе пудра не нужна. То есть никакого блеска после использования тональной основы нет. Мне это очень нравится. И, кстати, крема осталось очень много еще на руке. То есть этого количества более чем достаточно. Воспользуемся такой пудрой, хайлайтер с разноцветными шариками. Она придает коже приятное сияние. Мы просто берем пушистой кистью, набираем таким вот образом, миксуя все шарики, набираем и наносим на все лицо. Далее мы берем румяна в шариках. Мой любимый оттенок, естественно, сияние, набираем на кисть немножечко и наносим на выпуклые места. Вот такой вот у нас получился визаж кожи. Кожа подготовлена, готова уже к тому, что можно просто накрасить брови, губы и уже идти гулять. Или сделать макияж глаз еще на ваше усмотрение. Мне очень тон нравится. Посмотрим, как он будет лежать. Но ощущения очень легкие на лице, то есть я ее вообще не чувствую. Так приятно, комфортно. Ну, обязательно попробуйте, я уверена, что вам понравится. До встречи в следующих видео. Пока-пока!